Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Это телефон HTC Desire 19+, и сейчас я покажу вам, как установить пароль блокировки вместе с пин-кодом на этот телефон. Итак, точнее, не вместе с пин-кодом, а вместе с отпечатком пальца. Итак, переходим в приложение «Настройки», затем спускаемся ниже и выбираем пункт «Защита и местоположение». После чего мы нажимаем на блокировку экрана, вот сюда вот, и выбираем либо графический ключ, либо пин-код, либо пароль. Пароль — это у вас открывается полная клавиатура, и вы должны вписать пароль, там может быть слово, буквы, цифры, не знаю, все что угодно. Пин-код — это только цифры, 4 цифры, а графический ключ — это нужно будет нарисовать какой-то рисуночек на экране. Я выбираю пин-код, для меня это самый адекватный способ разблокировки экрана. Я выберу 4-0, просто показательно. Да. Просто показательно. Показывать уведомления полностью, скрыть конфиденциальные данные, либо же не показывать уведомления на экране блокировки заблокированном. Вот и все. Да? То есть защита экрана стоит, и у нас установлен уже пин-код. Пробуем разблокировать телефон и видим, что 1, 2, 3, 4 нуля нужно вписать для того, чтобы телефон разблокировался. Мы же с вами еще спускаемся немножко вниз и выбираем сканер отпечатка пальца. Нажимаем «Далее», вписываем свой пин-код, который только что установили. И, внимание, у нас сзади есть вот такой вот красиво оформленный сканер отпечатка пальца. Он в этом вот кружочке. До него теперь вот я беру телефон, и вот сейчас таким вот образом, как я буду держать телефон этот, когда буду им пользоваться, да, это обязательно. Вот я буду держать этот телефон во время использования вот так примерно. И я дотрагиваюсь, как буду его использовать. Так, бац, бац. Как я могу еще ткнуть? Случайно так, могу еле попасть, могу так попасть, могу так попасть. Да? Как каждый раз, когда телефон вибрирует, значит, он сосканировал ваш отпечаток. И вот краешки вот так вот делаете, вот так вот делаете, вот так. Вот так. Вот, отпечаток добавлен. Готово. Теперь проверяем. Блокируем телефон. Хотим разблокировать, дотрагиваемся, unlock, супер. Просто телефон заблокирован, дотрагиваемся, unlock. Ну вот и замечательно, теперь наш телефон разблокируется только по нашему отпечатку пальцев. Спасибо большое за просмотр этого видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, и до скорых встреч.